Приветствую, друзья! Сегодня уже 15 мая. Я пошел снова в лес за грибами. Выходной день. Солнечный. Но сегодня дождик передавали. Не знаю, будет, не будет, но пока солнышко. Время уже где-то 10 утра. Пошел пособирать, думаю, корзиночку снова грибов набрать. Хочу разведать сморчки, конические пошли или нет. Пройти пару-тройку точек. Ну и набрать сморчковые шапочки. Если будут, конечно, сморчки, наберу сморчков. Вот. В общем, думаю, грибов по-любому сегодня наберем. Шапочка еще не отошла. Все вам буду показывать. Все вы увидите. Думаю, видео будет интересным. Так что желаю вам приятного просмотра. Смотрите, какой уж здоровый лежит. Большой-большой. Желтые пятна у него на голове. Сейчас попробуем к нему приблизиться. Зашипит. Он как быстро пополз. Шипит. Шипит, красавчик. Он как быстро ползает. Гадюки так не ползают. Смотрите, друзья, шапочки попались. Чик. Теперь сюда, смотрите, за осинкой. Сколько шапочек. Я в шоке. Смотрите. Все, сейчас начинаю собирать. Еще одна. Класс. Ладонь. Полянка прям вообще бомба. Вот это с одной полянки. Даже еще не все. Еще парочку грибочков нашел. Сейчас снег грязь чищу. И дальше пойдем. Вот очередное место с шапочкой. Они прям сразу так раз. Они прям легко отламываются. Часть ножки остается там в земле. Ничего страшного. Так. Где там? Вон еще. Ох. Шапка какая длинная. Мне вот почему-то нравится именно такие длинноногие шапочки собирать. Хоть, как и говорят некоторые, типа, шапка у них нежная, ножка более резиновая, но по вкусу они одинаковые.
Если их же отвариваешь, они все равно может чуть-чуть пожестче. Поэтому я ножки всегда ем. Мне они нравятся. Такие здоровые. Крупники. Шапочки вообще здесь очень много. Вот я только вот в одном месте. Сейчас вот здесь взял. Теперь смотрите сюда. Опа. Смотри. Ух. Прям как сморчок. Типа прострочено. Вот, например, сравнить. Если с этой. Это он морщинистая, это простроченная. Но все равно это шапочка сморчковая. Так, продолжаем. Все здесь же. Вот шапочка. Вот шапочка. Вот шапочка. Так уж из рук прям вываливается. Из них прямо из некоторых вода вытекает. Вчера дождик был. Воды в лесу до сих пор полно. Вот сюда складывать. Чик. Вот еще тут. Прям сейчас корзинку можно только с этого места набрать, а нам еще разведывать надо. Сморчковое место. Так. Вон там одну пропустил. Сейчас буду собирать их, чистить. Тут, видите, по три сразу. Еще рядом. Вон они. Стоят везде прям. Причем такие уже большие. Смотрите, около корзинки. Вот такие вот. Вон, уже потемневшие. Дождик небольшой. То идет, то не идет. Сейчас маленько моросит. В прошлом видео, где я оставлял маленько шапочек маленьких, вот зашел в это место, никого здесь не было, шапочки подросли, их стало больше, смотрите, около осинки, бомба. Это все вот. Так они растут. Я уже их фото в Инстаграм сделал. Классные получились. Кто не подписан в Инстаграм, подписывайтесь. В первом закрепленном комментарии будет ссылка. А шапочки, смотрите, вот видите? Это я их не навтыкал. Это они такие есть. Их здесь немерено. Сейчас я вам их все покажу. Вон, например, стоят. Видите? Прям полянками. И здесь эти прям полянки, они тут везде. Вон там, вон. Сейчас до туда дойдем. Там вообще их штук, наверное, 30. А она не стоят. Все, сейчас дойдем. Поснимаем. Корзинку я точно сегодня наберу. Может, даже еще и в пакет пособираю. Тут одну шапочку уже раздавил. Раскидаю ее. Ну, какие прям здоровые. Мощные.
вот такими вот прям полянками. Ее и собирают всегда. А в этом году-то ее вообще много-много. Уже почти целая корзинка. А я здесь только еще начал собирать. Поэтому сейчас, наверное, еще буду их в пакет собирать. А тут вот еще около корзинки, смотрите. Вот они. Какие массивные. Это вот что? Здесь вот в камеру не попало. Тут вот у нас кто лезет? Такой бугорок. Это папоротник. Так, сейчас я вам еще покажу. Они потому что вот здесь, вот смотрите. Вон она. Смотрите, вот. Вон там, вон. Вот, смотрите. Вот они. Прямо около осины растут. Вот такие хорошие. Вот две. Вот. Смотрите, сколько их. Под листьями. Смочковая шапочка. Туда они дальше еще продолжаются. Вон там, вон, смотрите, сколько их стоят. Дождик на камеру капает, поэтому сейчас, наверное, я их соберу, все почищу. Как раз, наверное, целая корзина будет. Потом туда дальше пойдем. Там еще они будут. Дождик уже маленький. Птицы разные поют. Смотрите, какая шапочка попалась. Здоровенная. Просто бомба. Вот тут дорога затоплена. А в обходе иду. Как всегда, шапочки попадаются. Грибов этой весной много. Что строчков, что шапочки. Светлая какая. Класс. Смотрите. Корзинка уж целая, собираю уже в пакет. О, здоровяка этого тоже здесь положил. Класс вообще. Смотрите, какой строчок обыкновенный, большой. Как гигантский прям вырос, они редко до таких размеров вырастают. Вот. Представляете? Строчок обыкновенный. Полно их вон там, вон. Много их здесь. Вот здесь уже сосны, конечно. Они здесь и растут. Смотрите, друзья, что я здесь нашел. Сморчок, и смотрите, какой уже большой. Я и не знал, что они уже идут. Обалдеть. Сморчок конический. Супер. Но я что-то посмотрел, здесь больше не видать. Похоже, уже все собрали, я опоздал. Хотя приходил сюда где-то неделю назад, не было ничего. Были холода, дожди. Но вот один какой большой. Не знаю, сходить сегодня до других мест. Сморчковых или уже на следующий раз оставить. Так как шапочки насобирал.
Просто тут надо идти дальше. Там этих смачков будет полно. Раз здесь есть, значит и там должны быть. Так. Здесь вот больше не видать. К сожалению. Вот это один тут оставили его. То он там под листьями, его не видно было. Не нашли. Около осинки еще парочка смачков. Смотрите, какие классные, свежие. Вот молоденький. Опа. Деликатесные грибы. Конические смачки, уже 3 штучки. А у меня уже целая корзина и пакет набирается. Теперь шапочки пошли. Опа. Длинноногие. Вот, друзья, еще попался сморчок. Конический, молоденький. А рядом еще один. Такие молоденькие еще. Вот здесь вот тоже хорошее местечко, но вот всего лишь 2. До этого еще и 3 нашел. Это мало. Обычно и больше. Дождем как раз пару дней. Сходим. Я думаю, уже тогда мы смачков наберем. Если не корзину, то хотя бы половину. А не как сегодня, поштучно. Папоротник орляк лезет. Молодой. Сейчас еще тогда здесь шапочное место будет. Недалеко. Тогда наберу до конца пакет шапочки. И надо будет идти домой видео делать. А за смочками тогда в следующий раз. Ух, еще тут шапочки нашел. Полянами прям. Целыми полянами. Я пакет пока не показываю, потом в конце покажу. Уже пакет тоже почти целый. Смотрите. Простроченные, как сморчки. Но это шапочки. Такие нормальные размером. Смотрите. Еще даже вот там его. Наверное, сейчас здесь пакет доберу и уже домой пойду. Ну вот, друзья, закончил сегодняшнюю тихую охоту. Походил где-то 2 часа, много видео снимал, много фото делал. Времени ушло предостаточно. Вот набрал пол пакета майки. И целая корзинка. Из них 3 хорошеньких таких смачка. 2 маленьких я брать не стал. Пойду через 2 дня уже чисто за смачками. А здесь вот такие результаты у меня сегодня. Красота. Спасибо всем
друзья, за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч на канале. Всем пока.